Площадь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Название достаточно длинное, но исторически верное. Вековой юбилей вождя мирового пролетариата подарил Ульяновску венец в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Сегодня пространство между мемцентром и главным корпусом педуниверситета – одна из важнейших площадок для проведения массовых мероприятий, а также одно из любимых мест прогулок горожан. В принципе, в Ульяновске своя площадь имени Ленина, конечно, должна быть. Но коль ее переименовали площадь Соборную, я думаю, что самое время, место, площадь у нас есть еще столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что эту площадь достойно будет носить имя Владимира Ильича Ленина, нашего великого земляка. Я эту инициативу поддерживаю, я подписал это обращение. Я считаю, что это верно, ведь в 70-м году строился вот этот ансамбль, в том числе гимназия номер один, гостиница Венеция, мемориальный центр, педагогический университет. И считаю, что эта площадь заслуживает название имени Ленина. Идея с переименованием площади столетия в площадь имени Ленина пока что препонов не встретила. Активисты, которые радеют за историческую справедливость и традиционные ценности, высказывают мнение: имя вождя революции должно быть на карте города. Я думаю, это очень мудрое решение. Теперь, когда у нас есть Соборная площадь и площадь столетия со дня рождения Ленина, конечно, это очень мудрое решение переименовать площадь столетия со дня рождения Ленина в площадь Ленина. Ведь там целый комплекс, связанный с именем Ленина. К изменениям в топонимике Ульяновску не привыкать. Бывшая улица Советская ныне носит имя Спасской, участок улицы Карла Маркса относительно недавно стал самостоятельной улицей Дворцовой. Подобные метаморфозы происходят и в других городах. В Белгороде, когда точно так же на главной площади города, как у нас стоит здание администрации, здание театра, здание гостиницы. И до 2004 года, там, допустим, она носила имя «Площадь революции», которую она точно так же была раньше Соборная.